Ну-ка. Спасибо, студия. Доброе утро, Красноярск. Мы тут уже успели немного подружиться с Рычем, а также с его хозяином, с Сергеем Федосенко, по совместительству дрессировщиком. Сейчас мы с Сергеем, соответственно, покажем какие-нибудь трюки. Ну, все правильно? Ну, попробуем, во всяком случае. Не трюки, он подзамерз малость, но тем не менее, вот это ну, все-таки, да, шерсть не греет, к сожалению. Которая должна уметь каждая собака, то есть реагировать на хозяина, то, что я говорю. Может быть, подержу вот тогда Винс? Элементарный. Рыча, пошли. Или нет? Так, сейчас он будет делать... И хотя вот другие собаки пытаются отвлечь Рыча, как мы видим, но тем не менее Рыч уверен в себе и готов покорять, собственно, любое упражнение, выполнять по команде хозяина. Так, Рыч, давай. Рыч, мы в тебя верим. Ну, Винс вот ему немного мешает, к сожалению. Сергей, собственно, если бы вы вдвоем были с Рычем здесь, этих факторов мешающих не было бы. Вот в этом все и заключается, вот эта вот ванная дрессировка. Ну, в этом, с одной стороны, сложность, да, а с другой стороны, это же очень важно, чтобы пес не отвлекался на других собак. Рыч, Рыч, Рыч. Рычу нужно сделать свои дела. Пока его замещает Винс. Это элементарные вещи, это собака. Вот Рыча 13 лет, но он тем не менее. Но он все еще может, да, все это делать. В физической форме, поэтому, правда, гладкошерстная, поэтому подзамерз мало. Ну вот в этом смысле хаски очень хорошо, мне кажется, потому что у них шерсть очень теплая, они такие более зимние собаки. Ну, собственно, для Рыча есть какие-то, я не знаю, способы согреться? Может быть, в шубке обычно его выводите погулять, нет ну, такого? Да, да, в более холодные такие наши метеоусловия. Естественно, я его пододеваю. Вот. Но в основном он лежит в вольере, греется. Вот. А так, чтобы погулять, пододеваем, конечно. Ну, замечательно, на самом деле. Мне кажется, очень веселая, увлекательная получилась прогулка. И заодно вот рассказали красноярцам о том, что нужно задуматься о дрессировке своих братьев, своих меньших.